Станице Сіверської на стадіоні «Олімп» пройшов фестиваль «Єдинство спорту». Открыли его парадом спортивных делегаций муниципалитета. Под звуки аплодисментов по стадиону прошли команды городских и сельских поселений. В Сіверському районі спортивной жизни уделяют особое внимание, напомнил гостям фестиваля глава администрации Андрей Дорошевский. Для вовлечения в спорт делается очень много. Строятся спортивные комплексы, плоскостные сооружения в школах, ремонтируются стадионы. Я уверен, что спортивная нация, здоровая нация, только такая нация может выстоять в любых ситуациях, в любых тяготах и лишениях. И я всем присутствующим желаю крепкого здоровья, благополучия, мирного неба. В торжественной обстановке наградили команды победителей спартакиады Сіверського района. Во второй группе третье место заняло Львовское поселение, второе – Смоленское, а первое – Азовское. В первой группе бронзу взяли ильчане, серебро – Афипское поселение, а золото – Станица Сіверська. Здесь же наградили победителей спартакиады инвалидов Кубани в комплексном зачете 2023 года. Праздник спорта посвятили грядущему Дню народного единства. В этот день на стадионе спортсмены поселений соревновались в городошном спорте, масс-реслинге, армрестлинге и перетягивании каната. Поучаствовали команды и во всероссийской эстафете физкультурно-спортивного комплекса ГТО. А среди команд национальных диаспор проходил турнир по футболу. Участники фестиваля в очередной раз доказали, что в Сіверському районе даже в спортивных соревнованиях возможны сплоченность и единство.